Всем доброго времени суток. Занимаюсь я ремонтом своего авто Renault Kangoo 2011 год. 1,5 литра DSI двигатель. Проблема у меня тут со шрусом была. Порвался этот. Лопнул, короче, на шрусе кожух. Наружный этот, что побольше лопнул кожух. И туда песок шрус попал. И вот понадобилось мне снять сам шрус. Но так как я николи этим не занимался, не знаю, что к чему. Немного вымучился. В итоге сделал вот этот съемник таки мощный. Так не удалось шруса с помощью этого съемника разобрать. Он расходился и все. Даже вот сталь такая толстая, есть у меня на канале видео, где я сверлил ее, это сталь такая, что не сверлится ничем. Короче, эта сталь даже не удержалась на шейке меньше, что под 25, и дальше где 30, где меньше, меньшая часть пыльника крепится внутренне. Он расходился и все, даже болт не помогал, этот что стягивая. Ну я его одного засверлил, того что трудно сверлится эта сталь, так хоть одного засверлил. Расскажу, что приключилось в процессе этого ремонта. Я шрус ставлю так вот на излом сюда, не прямо по тяге, а на излом. Он сюда ложился вот так удобно. И вышло у меня, что когда я крутил, он доставался трипоид со стакана. И на перекосок там в стакане становился, немного позакусывало стакан, это подпортил. Ну не сильно так, поверхностные в основном шорпинки такие, царапины. И в итоге заметил на пыльнике трипоида, что выступает смазка. И так как шрус не разбирался, даже при помощи съемника, я решил разобрать этот трипоид. Снял большой кожух трипоида, снял со стакана этот пыльник трипоида и вытянул полностью полуось. И потом такая проблема у меня стала, чтобы вытащить сам стакан трипоидный этот. Пробовал я его, глядел видео на ютубе, там удавки с тросика набрасывают и рельсой вырываюсь, а короче решил не издеваться так над коробкой. Накинул я одну удавочку тросика, не нашел подходящего, кусок с бензопилы со старого Урала, бензопилы заводилка была. Набросил я, стал ломом рвать, машина шевелилась на подпорке такой вот стоит, на дубовой, на домкрате, и там еще он колодка снизу кинул на болтах подрамника, ближе к рычагу передач переключения. И дергал, разов 5 попробовал, гляжу, что так и коробку можно вхайдохать, то я решил посидеть, подумать пару дней. Вечерком так сидел, глядел, кто как снимает, и гляжу, фомкой подцепливали, монтировками. Пробовал я тоже, даже не глядя видео, пробовал я монтировочкой там на трипоидном стакане. Выступы пологие, то особо не удавалось зацепиться, но я там вот концом зацеплюсь. Монтировочка маленькая, небольшая такая, миниатюрная. Рассказывай далее. Вот я посидел вечер, подумал, лежу, кто тросом вырывая, кто монтировкой, так как у меня тросов не было и не хотелось рвать рельсами с коробки или там ломом мощным эту часть трипоида стакан, я решил сделать похитрее немного. Вытаскивала. Сейчас покажу, ой, лежит кусок тросика, петля такая, он мягкий, тонкий, а здесь для удлинения сделал я цепь. Попросил, мне помогли, я взял этот тросик, он висел так у меня на этом стакане, не снимал, я его взял, просто завел вот эту часть петли, что идет по трипоидному стакану, я завел, перекрутил стакан вверх, в противоположную сторону нижней части коробки. Завел вверх, попросил
мне натянули всю эту систему ломом. Сюда вот лом сцелен в полу ставили. Натянули все это дело в натяг, не дергаючи ничего. И я снизу стакан тихенько подцепил, сколько можно было за грань, так вот. Подцепил его этой вот монтировочкой маленькой. Попробовал так троху резко подергать, ничего не идет. Я, короче, тоже так же упер эту монтировку на излом сюда уже, на вытяг. Упер. И потом такими ударчиками небольшими в нижнюю часть. Ну, килограмма, наверное, на 3-4 ударчиком, слабеньким, не сильно. Так, тук-тук только, и оно выскочило. Повезло, короче. Выскочило без особых проблем. А то, что делают эти удавки, с всей силы ломом рвусь, это только можно кольцо стопорное погнуть. Когда я достал, оно было овалом выгнуто и чуть-чуть в одном месте прикуснутое. Ну, не сильно, а так, поцарапанное только. Кольцо стопорное. Я его уже снял, обжал, чтобы оно равномерное, круглое было. Я делал обратно на трипоидный стакан. Сейчас покажу стакан, все, дальше буду рассказывать. Вытащил этот стакан трипоидный, пыльник. Этот аккуратно надо. В коробку я заткнул бумагой промасленной. Здесь вот по пыльнику у нас песок на смазке. Так что я заткнул бумагой, и надо аккуратненько взять, зарабить кисточку, щеточку и все это дело вытереть пыльник, чтобы был без песка и без, ну короче, без пыли, без песка, чтобы когда я буду назад ставить этот стакан, чтобы пыль не попала в пыльник, в сам пружину, там пружина обжимная в стакане стоит, и не попал, чтобы коробку саму. Ну там песка не критически так. Решил я и масло заодно заменить на этом, на коробке. Пыльнике трипоида была у меня дырочка защипнута как-то снутри. Видно, что вылазил трипоид в пыльнике, растягивался, когда я тут манипулировал всем этим делом. Защипнула всего лишь маленькая-маленькая дырочка с иголку. Одна и вторая рядом где-то миллиметра 4 расстояния. На части выступающая изнутри пыльника. И получается, что когда он крутится, то смазка как бы с его сходит, с бугра этого. Если бы где в этой части, что получается, выходило конусом таким внутрь, где желобком, то она бы сильно пырскала. А так как на наружной и дырочка с иголку, то она не сильно пырскала. Гляжу на коробке, вот тут была смазка. Может даже и не этот раз я его подрал, этот пыльник. Может даже до меня подрали там. Как-то интересно так защипнутый этот пыльник. Может даже когда гляжу, пыльник менялся, то что 13-й год на нем, а машина с 11-го производства, то получается, что пыльник меняли. И видно, может забивали трипоидный этот, сам где эти ролики стоят там с игольчатыми подшипниками. Может тогда и повредили пыльник, что соскочило, не знаю я. Кто что делал, ну пыльник в итоге дыравый, я его взял и заклеил покуда. Клеем ПВХ-шным специальным, что лодки клеить хорошим немецким. Заклею я клеем. Снаружи заклею, зачистил. Вроде клей хорошо держится в два слоя. Он эластичный, но не знаю, как себя поведет со смазкой потом в будущем. Если попадет, может отклеится все-таки. Но если не найду пыльника, то что у наших дебрах это проблематично даже хомута нормального найти, чтобы эти пыльники обжимать, то, наверное, придется старый пыльник ставить. Но я его заклею, получается, снаружи. Снаружи он внутри желоба. Вот так ребра идут, так внутрь заклею. А самого пыльника, внутри, где смазка находится, то на бугру так выходит, на выпуклой части ребра. Намазал тоже смазки, этой смазки, говорю, клея. И заклею этот пыльник. Снаружи в два слоя, снутри в один тонкий, чтобы чисто закрыть отверстие это проколото. И не было толстого, то что при движении толстое, если будет, оно по-любому отклеится. А так тоненьким слоем, он больше эластичный. И что расскажу,
трипоид этот можно не бояться вытаскивать. Главное аккуратно, чтобы не косило его и не ломало на перелом. Это одно. И когда достается даже съемником шрус сам, то лучше, чтобы он стоял прямо. Оно-то неудобно его, чтобы поджать, если сильно крутить надо. Я там монтировку вставлял. Так-то удобнее его, когда стоит он на бок трох. И лом на бок становится все. И желательно прямо держать. И глядеть, что он особо не вылазит со стакана. Это то, что он... Ставятся там эти ролики, они немного с гранями острыми. И врезят самому стакану, этому трипоидному. Что я хотел сказать, гляжу, вопросы такие задавали. Там у автора под видео. Я и сам этот вопрос задавал. За что держится этот трипоид, стакан трипоидный внутри коробки. И если вырываешь части колец или в коробку саму не попадут, то это можно не бояться. Там получается, когда его вырываешь, внутри в коробку идет просто отверстие со шлицами. И этот вал насквозь, видно вторую полуось с той стороны. С правую полуось видно в это отверстие. Между полуосями стоит такой вот штифт длинный, кажется. Длинный обычный, короче, цилиндр такой. По бокам этого отверстия, ну, отверстие на 30, этот цилиндр по центру стоит. По бокам видно вторую полуось. Даже если снимаешь две сразу полуоси, то ту полуось можно через это вот отверстие какой-нибудь выколоткой длинной такой выбить даже. Поставить, уперть ту полуось сильно и отсюда стукнуть, и все. Она тая выскочить, если две сразу снимать. Ну а если одну, то я уже рассказал, как это делать. Небольшая такая вот петля с тросиком. Ну, у кого длинный тросик едет, конечно, лучше длинный тросик, чтобы наружу вывести машины. Вот того получается, от крыла вывел полметра, метр. Кто-то у натяг держит эту штуку, тросик сломан. Держит натяг, сама, чтобы часть этого тросика выходила поверху стакана, а снизу подцепливаешь монтировочкой, делаешь натяжку тоже. Одной рукой держишь натяжку, монтировочку за эту часть, а второй так кулаком тук-тук. И он выскочил. По крайней мере, это мне так получилось. А вот со шрусом так я его и не смог разобрать. Решил я его шрус не разбирать, так как я снял трипоид. Трипоид эти, там ролики три такие стоят на центру. Я тоже его сбил. С трудом, правда, сбил. Стопор снял, он не сбивается ни хрена, выколоткой бронзовой я колотил, по чуть-чуть сбил. Съемника-то у меня нема, можно было и съемника сделать, съемником аккуратненько снял, а так троху поколотил. И тут мне приключилась у меня беда, когда я колотил сейчас вот эта часть, вот видно стопорное кольцо вот и часть трипоида у меня в руках сейчас, это где три ролика. Соскочила колодка сначала деревянной, убивал брусочком. Она соскочила, попала у меня изнутри в торец вот этого вот кольца вот. Сюда вот я бил во внутреннюю часть, не касаясь этих колец. Бил в эту часть, соскочила, задела и даже не помогли здесь вот стопора сверху, кольцо стопорное. Оно чуть не соскочило. И не рассыпалось в гараже у меня, а между досок дырки, песок. Короче, рассыпалось бы этот игольчатый подшипник, это бы уже надо было покупать. Или эту часть, или вообще полуось. То, что еще найди на оригинал. Это пошли так, чтобы подошло по отверстиям. И, короче, обмотал я изолентой так вот. После того случая чуть не разбу я этот вот круглый ролик, кольцо это не слетело с подшипника, пусть больше это обмотал изолентой. Когда его сбиваете, лучше изолентой обмотать, да и вообще лучше изолентой. Обмотал изолентой и спокойно снимай, не боюсь, что он рассыпется от случайно там, если соскочит что-то или снимется эта вот обойма с игольчатого подшипника. И потиху-потиху сбил, и все это дело в пакетик чистый положил. Ну там бронзовая стружка есть у меня, попала.
осталось только лодки. Ну, помою все равно его. Так, это по этой части. Буду я собирать. Ну, принесу еще ответную часть, покажу. Расскажу еще по смазке, что в трипозе находится. В трипозе смазка не такая, как в этом шрусе. А вот такая. У нас сейчас минус 2. Сейчас я пальцами покажу, чтобы видно было. Когда я разобрал, было плюс 5, наверное. Смазка похожа на негрол. Во. Она не густой фракции, а как масло прозрачное такая. На запах как похоже на трансмиссионное масло. Не знаю вообще, можно трипоид залить трансмиссионным маслом и все. Из-за того, что если густой смазкой намазать его, то игольчатые подшипники навряд ли будут так качественно смазываться, как вот от этой. Ну, по запаху очень похоже на масло, что у моста заливать, у мосты. Не у коробки передач, а именно где редуктора находятся и тяжело нагруженные механизмы. Очень похоже. У меня есть эльф. ...80-90, или как он там специально для редукторов, я брал скутер заливать в редуктор. То литр стоит, не знаю, погляжу. Еще по документации, что сюда лить надо в трипоид. Ну это из-за границы такого пришло, не у нас заменено. А машину купил, пригнали из-за границы. Ничего не лазил, не менял. Это такая вот смазка. Это я в грязную банку слил, то что когда разобрал трипоид, она полилась туда. Я под низ банку поставил, чтобы на досках особо не было. Так такая вот смазка. Она не густая, а такая вот масло, можно сказать. Когда теплая, но вообще жидкая. Смазывай игольчатый подшипник на трипоиде. Это по смазке, что находится. По смазке я рассказал. По том, что как с коробки вытягивалось, рассказал. И то, что держится трипоидный стакан коробки на стопорном кольце. И стопорное кольцо, когда вырываешь, даже если сломится, там просто внутри находятся сплошные. Не буду доставать то, что там песок попадет. Может, и так запихал эту бумагу, так песка запхнул. Ну, а еще кисточкой оттуда все вычищу. Щеткой зубной даже хорошо будет выгребть все оттуда. Вычищу, прочищу, промыю. Ну, как промыю, прочищу, короче, щеткой зубной вычищу сюда на себя. Все это дело протру по кругу ветошью аккуратно, чтобы чисто было, и все. Сейчас принесу трипоидный стакан и полуось, покажу, что там вышло у меня. Стакан трипоидный, я его уже вымыл полностью, внутри вычистил. И вот внутри, сейчас к свету поближе, камера хреновая, конечно, ну видно, не видно, вот на выходе царапины такие, бляха, одной рукой неудобно, а ложить неохота, потому что тут пыль. Ну видно вон, царапины, на этой части царапины, не глубокие такие, как бы поверхностные. Ну, сталь об сталь поцарапала хреново. А внутри вон там видно, о. Видно, не видно. Внутри вон, о, сейчас видно в центре кадра. Внутри царапины такие длинные. Ну, от края вон, за белым вторым пятном. Поперек такие царапинки видны, белые пятна. Ну, так как эти ролики ходят по желобах этих вот углублениях, вот, то что наверху там царапины глубже, то ничего. В одном месте они. Ну, а по этих желобах царапины везде. Здесь даже вот такая крупноватая. Ну ничего, приработается. Основная часть, где он работал трипоид, видно вон. Сантиметра полтора от края. Блескучие пятна контакта.
везде. Вон видно. Пятно контакта. Они блестят такие. Полтора где-то сантиметра от края. Это где ходит часть трипоидных этих игольчатые подшипники в обоймах. Видно, вот блескучая такая выработка. А царапины находятся у меня тут, внизу стакана, и они как бы не контактируют с этими этими. Выработки особо нема такой. Да, пальцем провел. Выработки нема, это просто верхний слой черное, это напыление подтерто, и все. Сюда песок не попадал у меня. Песок попал сам этот шрус. Шрус я решил не разбирать, так как при помощи этого мощного съемника он даже не разобрался. Слышно на стопорном кольце, ходит туда-сюда чуть-чуть. А разбираться не хочет все равно. Ни в ночах, ни ударом, никак. Я его, этот шрус, вымыл, короче, не разбирая. И буду одевать пыльник через трипоидную эту его. Через трипоидную полуось. Я его уже вычистил полуосью, чтобы песка не было. Сейчас покажу. Все это дело позапечатывал бумагу промасленную. То, что мороза надвигаются, у меня в гараже сыро тут, и получается, что опять все покрыется инеем, а при оттепели вода наверху будет. Так что я решил промасленную бумагу заворачивать. Вот наша полуось. Ну тут уже одной рукой неудобно рассказать, показать. Сейчас я так вот сюда. О! Поставлю камеру и расскажу еще информации. Думаю, будет полезна информация тому, кто сам делает. Хай не это. Не покажу, как это делал, но расскажу. Вот наша полуось. Во. Вся полуось. Как бы у сборы. Здесь сбитый трипоид уже, снятый трипоидные эти ролики. Тут пыльник трипоидный стоит. Саму полуось я зачистил, толстый слой ржи, где толще была, она уже видна, коррозия. Эту коррозию ножом счистил, так вот острой стороной, потом наждачкой зачистил все это дело. Сам шрус я не разбирая помыл. Он видно сейчас ходит туго-туго, того что обезжиренный полностью. Единственное, что у неразобранный шрус будет трудновато смазку загнать. Но это лучше, чем его стаскивать, потом разбирать и собирать. Так оно все на своих местах уже притертое стоит. Люфта в нем нема. Этот вот люфт, что сейчас слышите. Вот люфт. Это люфт, входит сама полуось на шлицах внутри шруса. Эта полуось ходит это до стопорного кольца. Когда прижать эту вот часть, видно, во. Полуось ходит туда-сюда. А чтобы проверить, есть в самом шрусу люфт или нет, я прижимаю пальцем внутреннюю часть шруса к стопорному кольцу туда, а за наружную проверяю вот сейчас. Видно? Чуть-чуть-чуть только люфт, выработка. Шрусу. Да и то палец жесткости такой не дает, чтобы проверить четко. Ну даже нема выработки. Это у меня лопнул этот кожух, наверное. Я выездил 5-6 делал на нем. Как раз дожди шли грязь, то бляха попал и песок того под пыльник. Если бы сухую погоду ездил по асфальту, особо бы песка уже не попало бы. Не пришлось бы всю эту вот работу делать. Это вся работа из-за лопнувшего этого хомута на пыльнике большого, этого вот наружного. Все видно. Я уже из-за этого пыльника, что на трипоиде лопнул, тут пыльник лопнул. Оригинальные покупать это не по 40 рублей, по 20, это $15 где-то, наверное.
один пыльник. Я решил, короче, не ставить тут этот целый пыльник наружного шруса, а на трипозе заклею покуда. Может, куплю нового. Если не будет нового, придется заклеенного ставить. Ну, будет надо наблюдать, там прохудится та заклейка или нет. Там не латка, а просто клей специальный, ПВХ-шный для лодок. Он эластичный. Я его в два слоя нанес, он где-то миллиметровую сделал такой слой. Миллиметр даже, меньше миллиметра, может 0,5 миллиметра и все. Шрус у нас, расскажу, как помыл. Держал так вот его вертикально. Пошел где-то литр бензина и керосина, там может пол-литра. Сперва с керосином мыл, потом чисто бензином. Заливается сюда бензин, уже под конец особенно. И туда-сюда так по кругу его крутится. Как бы в стакане не полный наливать надо, а половину, чтобы он там болтался под низом под шариками. И туда-сюда так колотить, болтать, крутить. Смазка, чтобы вся вымылась. Потом изгибаете его вот таким вот способом и выливаете резко этот бензин со смазкой вымытой. Ну, в емкость какую-нибудь. Потом, не трогающий этого вот положения, льется сюда опять бензин чистый, не болтать, ничего, и опять резко вылить. При таком способе песок, что при первой сливке скопился тут, вымывается окончательно. И потом опять наливаете, болтаете, шатаете, крутите, и опять загнули, слили этот бензин с мусором, с песком, и не сгибаючи положение на меня, опять налили чисто бензина, чуть-чуть болтнул и опять слил. Когда сливаешь, песок тут остается как бы, и при таком положении неизмененном, когда заливаешь, он до конца вымывается. И теперь тут в шрусу песка нема, полностью чистый шрус. Осталось сюда забить смазку, как-то я буду забивать, занесу в тепло в хату, хай прогреется, сверху смазку, и буду такими вот ударчиками мелкими об какую-нибудь поверхность снизу. Стук-стук-стук, и он по инерции будет забиваться вниз смазка. Ну и можно и загнуть, и загнать шприцом еще сюда вот. В отверстие там видно, они будут видны. Загнал, забил, все. Потом пыльник через трипоидную часть одел. Одел, захомутал, захомутал, и все. Будет шрус сделанный. А потом уже трипоид. Трипоид уже проще тут будет. Одел пыльник, захомутал, набил. И уже со стаканом соединил. Все. На этом буду заканчивать. Рассказал информацию. Это Renault Kangoo 2011 года. 1.5 дизель. С коробки не бойтесь вырывать. Там кольцо некуда падать. Оно останется в отверстии. Если что. Ну а эту часть, если не надо разбирать, так как можно пыльник одеть через трипоид, можно вымыть таким способом. Все. На этом заканчиваю. Кому было полезное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь опытом. Всем удачи, до свидания.